В детском саду номер 246 необычный концерт для мам и пап. Маленькие артисты рассказывают взрослым о важном празднике – Дне любви, семьи и верности. Среди гостей только многодетные родители, а таких ячеек общества на весь детсад целых 25. Никому не разрешу обижать семью свою. Пусть живет семья моя, папа, мама, сестры и я. Они отличаются... Многодетные семьи тем, что у них детки очень дружные, смотрят друг за другом всегда, это видно. Они на все праздники приходят коллективно. Наталья Полищук – мама троих детей. Старшая дочь уже закончила школу и готовится к поступлению в вуз, а самая младшая ходит в садик. Говорят, много ребятни в семье – это сложно, но Наталья так не думает. Как бы старшая помогает. Не знаю, я думаю, бояться не нужно. Бог если дал, то нужно рожать. Заводиться детками. Семья – одна из вечных общечеловеческих ценностей, сложный социальный институт. Малыши пока в такие тонкости не углубляются. У каждого детсадовца свое толкование понятия. Когда все вместе, и никто не должен уходить. И это очень хорошо. И никогда не надо куда-то убегать или в другую семью ходить. Ссориться не надо. За день до концерта каждая мама озадачилась выпечкой лакомства для общего стола. Сразу после песен и плясок приступили к дегустации сладостей. Как рассказала заведующая детсадом, одним утренником не ограничились. В преддверии семейного праздника воспитатели расскажут детям об истории особого дня, его символах и прототипах. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.